Сравниваем электрическую зубную щетку Oral-B Vitality D100 от компании Braun и электрическая зубная щетка OptiSmile. Это она куплена 1 сентября 2023 году. Она в чехольчике. Сейчас я достану все, потом вам расскажу, покажу подробнее. Комплект акция. В комплекте входит сама электрическая зубная щетка Oral-B компании Braun. Одна смена насадка. Док-станция. Инструкция. К ней чехол. Для нее в комплект не входит. Ой, и еще у нее колечко. У меня колечко голубого цвета. Комплектация. В комплекте входит электрическая зубная щетка от компании OptiSmile с индикацией. Две смены насадки. Провод Type-C для подзарядки. И чехол-футляр, чтобы можно положить щетку, насадку в чехол и взять в куда с собой. Год выпуска щетки от компании Braun 2019 года, а это год выпуска 2023. Я чистила этой щеткой зубы, поэтому щетка у меня мокрая. У щетки кнопка резиновая, на ней кнопка включения-выключения при нажатии издает щелк. А у этой щетки на нем кнопка не резиновая, при нажатии издает звук. У этой щетки нет на ней индикации, чтобы показать, сколько процентов батареи. Также подходит для нее насадка для электрической зубной щетки Oral-B. Насадка одинаковая. Вы можете взять для щеток Oral-B. Купили вот такую дорогую на подарок. За сколько купили, не скажу. А это мне купили на Новый год на подарок. Год назад. За сколько мне купили, тоже точно не скажу. Потому что это купили, мне подарили на подарок на Новый год очень давно. Щетка сделана из пластика и резины. Она водонепроницаемая. А вот это сделано из пластика, полностью из пластика. На задней стороне на ней нет ножки. А у этой на ней есть ножки, чтобы она хорошо стояла, хорошо держала и не выпала. Эта щетка заряжается док-станцией, а это заряжается зарядным устройством USB Type-C. Это звуковая, а это звуковая. Щетка новая, в новом состоянии. Я вам уже рассказывала про саму электрическую зубную щетку, про для нее чехол, про эту щетку голубую, то, что мне Новый год дарили, про как правильно чистить зубы, про смену насадку, про как правильно им пользоваться, как правильно одеть, менять насадку, как только насадка стала страшной. Сейчас включу две щетки.
Миха, пыш. Это более звуковая по сравнению. Она переводит после 30 секунд. Чидин готовится еще быстрее к еще к урону. Когда вы включали эту щетку, индикация светится разными радужными цветами. Сейчас я покажу явление вещества. Секундомер. Я включила на браслете. Мне тут еще достаточно громко. Все. После того, когда прошло время 2 минуты, эта щетка уже зубы не чистит. А это после окончания времени щетка еще продолжает чистить. По весу она весит это 125 граммов. А это она весит по весу 240 граммов. Щетка заряжается через день 16 часов, а это заряжается день 4-6 часов. Щетка хватает на 4-5 дней. Разряжается через 4-5 дней. Это я не знаю насколько, когда щетка это разрядилось, я вам расскажу.